чего там еще? Снова заявился. Ну, принес медовуху. Я принес медовуху. Отлично. Хоть какая-то от тебя есть польза. Не подскажешь, как мне сподручнее перебраться на ту сторону? Ступай к охранникам у ворот разбойничьего лагеря. Да почёных медовухи с собой прихвати. Поделись с ними, и они тебя пропустят. Думаешь, все так и будет? Может, и не совсем так. Но они точно отнимут у тебя медовуху и как следует надерутся. Ежели добавить в нее железных грибов, бандюги в росу косеют. Ну а ты возьмешь Дартана за теплый бочок и мост отобьешь. Неплохой план. Согласен? Ну давай попробуем приправить медовуху. Бочонок медовухи у нас уже есть. Теперь осталось найти ядовитые грибочки. Штуки три. Где мне найти железные грибы? Поброди по старой шахте. Грибам-то в раздолье. Мне надо знать что-нибудь еще? Ну, раз уж ты спросил. Ход в старую шахту, почитай, несколько лет как завален. Придется тебе найти другую лазейку. Хотя вот, можешь сходить к рудокопу, помощи спросить. Этот старый дурак уже всем уши прожужжал своими планами расчистки завала на старой шахте. Недавно вы спорили с Лорном. С чего весь сыр-бор? Не твоего ума дело! Мордра, ну ладно тебе. Что убудет с тебя, если расскажешь? Рыбаки ушли на войну. И все это время я кормила их жен, отпуская им в долг. Я просто хотела иметь хоть какие-то гарантии, если вдруг они бы не вернулись с войны. Вот хоть те самые лодки, рыбачки согласились. Потом ко мне в трактир заглянул солдат из их части и сказал, что все они погибли на войне. Ну, я и продала лодки. Все было честно и законно, как договаривались. Почему ты не стала ждать, а сразу продала лодки? Мертвые не воскресают! Чего ждать-то? Ты сюда на корабле приплыл, верно? Откуда ты это знаешь? Дартан перекрыл мост, через который идет дорога на север, а южный проход завалило обвалом. Так что, коли ты не пересек Сильверлейк вплавь, остается единственный вариант – корабль. А ты не похожа на обычную путешественницу. Кто ты? Меня зовут Зира. Я искательница приключений. Моя специальность – древние руины. Так ты эксперт по древним руинам? А ты когда-нибудь слышала о древнем храме, расположенном здесь, в горах? А ты ищешь старый храм? Как интересно! Расскажи мне об этом подробнее. Я мало что о нем знаю. Только то, что паладины Робора тоже хотят отыскать этот храм. Паладины? Ага. Говорят, что там есть какая-то благословенная наковальня. Паладины хотят забрать ее себе, а я хочу помешать им найти ее. Так ты, стало быть, сражаешься на стороне короля Ситарифа? Я не собираюсь служить королям. Мое дело – отомстить за друзей, которых убили люди Робора. Мне жаль, что твои друзья погибли. Но будь осторожен. Месть – обоюдоострый клинок. Я разговаривал с магом. Он подкинул мне идею о том, где можно поподробнее узнать о храме. Да? И где же? В замке Сильверлейк есть старый архив. Может быть, я смогу там что-нибудь узнать об этом храме. Что ж, тогда тебе нужно будет подумать, как проскочить мимо бандитов. В противном случае в Сильверлейк тебе не попасть. Знаю. Что тебе известно про старую шахту? Только не говори, что пошел работать грибником трактирщицы. Хватит смеяться. Просто скажи, что ты знаешь о старой шахте. Как скажешь. Я слышала, что шахта уже много лет как засыпана. Ее завалило в тот день, когда бригадир раздавал работникам золото. Вот интересно, что стало с тем золотом? Может, оно так и лежит под землей? А может, кто-то из умных да шустрых забрал ларчик себе и под шумок вынес наружу? Возможно, ты и сможешь это узнать, если проникнешь внутрь.
ты, похоже, мужик сильный и крепкий. Будешь задирать сильных людей и дальше, останешься вообще без головы. Что надо? О, приношу свои извинения. Шибко умный помощник мне сейчас как раз даром не сдался. А вот сильный — другое дело. Чёртовы гоблины. А что гоблины? Эти проклятые отродья повадились шляться по моему лугу и харчить травы. Ты можешь мне помочь? Ты только покажи, в какой стороне луг, а там я быстро с гоблинами расправлюсь. Он прямо к северу отсюда, совсем недалеко. А ты что тут делаешь? Да вот, травки собираю. Не желаешь? Свежесобранные, в самом соку. Мне бы хоть... А вот и ты. На моем лугу снова спокойно. Твой луг снова тих и спокоен. Эти гоблины больше никому не причинят ни вреда, ни пользы. Разве что сгодятся на удобрение для твоих травок. Прекрасно, прекрасно. У меня для тебя и небольшая награда найдется. Вот, держи.
тебе надо? Ну, ты нашел железные грибы? Вот твои железные грибы. А, вот и славно. Вот и хорошо. Теперь подмешаем их в медовуху. Вот так. Полдела сделано. Бери бочонок и ступай к мордоворотам у разбойничьего лагеря. Попроси дозволения пройти по мосту. Спорю на что хочешь, они просто отнимут медовуху и нахлебаются. И что потом? Обожди, пока грибочки не дадут о себе знать. Разбойнички станут податливыми, как воск. Тут уж не зевай, скажи им открыть ворота. Ну а потом зайди в разбойничий лагерь и не дай Дартану с дружками очухаться. Ты вернулся! Ну что, принес деревянную ногу? Держи свою ногу. Чую, за мной теперь должок. Верно? Похоже на то. Эй! А что ты вообще здесь делаешь? Да меня моя гильдия послала вести наблюдение за побережьем. На тот случай, если миртонийцы причалят. А в какой гильдии ты состояла? Следопыты Долины Крови. Хотя я не знаю, осталось ли что-то от них. Что ты имеешь в виду? Когда меня послали сюда, большая часть моей гильдии присоединилась к лорду Гаваану, чтобы встретить миртонийцев в Терниарском ущелье. И буквально незадолго до того, как Дартан захватил мост, я слышала, что миртонийцы захватили ущелье и оттеснили Гаваана назад, в Долину Крови. А это значит, что у моей гильдии большие проблемы. А ну стой, малыш! Здесь тебе не пройти! Что вы здесь делаете? Слушай сюда, приятель!
У меня нет настроения с тобой лясы точить. Хочешь, иди и трепись с Хьюладом, а от меня отвянь. Эй ты, мост закрыт. Я думал, что если поделюсь медовухой, то смогу пройти. У тебя есть медовуха? Давай сюда. Теперь я могу пройти? Конечно можешь, если медовуха окажется хороша. Я не отдам тебе весь бочонок, но попробовать налью. Вот, глотни. Значит, Хьюлду ты налил, а со мной не поделился. Сдается мне, на мосту тебе делать нечего. Ладно, ладно, ошибся малость. Вот, глотни. Мы знакомы? Я малость не в себе. Скажи своим дружкам, чтобы открыли ворота. Чего? А, ворота. Эй, открывай ворота! Это не Лорн! Ты один из людей Дартана? Нет. Я тот, кто убил Дартана. Выходит, я все-таки смогу пройти по мосту. Спасибо. Не стоит благодарности. Я сделал это только чтобы добраться до Сильверлейка. До Сильверлейка? Боюсь, с этим может возникнуть небольшая проблема, мой друг. Что еще за проблема? Ну, если смотреть отсюда, то дорога до Сильверлейка идет через долину крови. Вот только барон Стюарка перекрыл подходы к этой долине из-за идущего там сражения. Без разрешения в долину не пройти. Выходит, мне надо получить разрешение. Где их выдают? Тебе придется поговорить с самим бароном. Насколько мне известно, только он вправе выдавать разрешение. А где мне найти барона? В его цитадели, в самом сердце Стюарка. Это город на скале, что стоит посреди моря. Мне бы хоть